В этом доме жил Спиженко Юрий Прокопович, доктор медицинских наук, первый министр охраны здоровья Украины. Он проживал в этом доме с 91 по 2010 год. Вот так выглядит этот дом. Думаю, он выглядел так и во времена его жизни. 60 лет прожил. Царство небесное ему, вечная память. До новых встреч, друзья!